Касым-Жомарт Токаев рассказал об интересной дискуссии, развернувшейся на Валдайском форуме в Сочи. Темой обсуждения стала роль Востока и Евразии в мировой политике. В частности, речь коснулась исторических моментов, связанных с Иосифом Сталиным. Как сообщил президент на своей официальной странице в Инстаграм, ему пришлось напомнить уважаемым экспертам о том, что и Казахстан, и Россию нужно считать государствами евразийскими в равной мере принадлежащими и Европе, и Азии. Вот какое видео выложил у себя на странице в соцсети Токаев. Конечно же, Азия – это Азия, Европа – это Европа, но есть такое понятие, как евразийство. Вот, например, Казахстан не только территориально, географически, но и ментально является евразийским государством. Но классическое евразийское государство, на мой взгляд, это Россия. Будучи крупнейшим европейским государством мира, в то же время Россия является и азиатским государством. И соответствующий менталитет наших стран, естественно, влияет и на политику, и на образ жизни. В 1940 году, это исторический факт, Сталин принимал министра иностранных дел Японии. Ну, тогда были опасения, что Япония может произвести нападение на Советский Союз. Сталин тогда японскому министру иностранных дел сказал: «Мы, азиаты, должны держаться вместе». Поэтому, в принципе, я не поклонник Сталина, естественно. Сама постановка вопроса, азиаты, тем более сегодня тема этого форума, евроазиаты, мы должны держаться вместе.